Сейчас собираюсь провести такой эксперимент. Я собираюсь проверить замерзание воды. Это будет полезно в том случае, да, чтобы увидеть разницу замерзания обычной воды и замерзания воды с солью. Потому что некоторые зимние растворы добавляют соль. Действительно ли эти растворы замерзают дольше, то есть не так сильно, как с обычной водой, или нет. А в этой банке у меня находится вода с солью, с большим количеством соли. А здесь же просто пресная вода. Поэтому я закину в морозилку, где минус 13 градусов. И сравню, да, замерзание, скорость замерзания, ну и так далее. Прошло 3 часа. Сейчас посмотрим на результаты. Вот две банки. С правой стороны здесь обычная вода пресная. Здесь вода с добавлением соли. Через 3 часа при минус 13 градусов по Цельсию можно посмотреть, что произошло, какие результаты. Пресная вода. Вот. А здесь она полностью замерзла, да, превратившись в лед. Вот. Видно, да? Вот, лед. Соленая вода, она частично замерзла. Вот такая вот каша. Она жидкая. Также осталась жидкая. Вот. Несмотря на то, что прошло 3 часа. Ну, какой можно сделать вывод? Опять же, сравнение это про раствор я говорил, что добавляя обычную поваренную, то есть да, выпаренная или каменная соль, да, добавляя соль, натрий хлор в воду, мы добиваемся того, что вода не будет застывать, то есть раствор не будет так застывать быстро, как, например, растворы, которые просто разводятся на воде обычной. Без добавления соли. И такими растворами можно работать при минусовой температуре. Я проводил уже эксперимент, когда сравнивал, вставил воду, вот эту соленую воду, при минус 5 градусах, и она даже чуть-чуть не кристаллизуется. Вот как здесь видно, здесь все равно, да, есть кристаллизация. Видно, да, вот там плавают кусочки льдинок, да. Хоть растворы жидкие, но тем не менее уже кристаллизация началась при минус 13. А при минус 5 этого не произошло. То есть если обычная вода замерзает уже при 0 градусов, то пресная, да, то соленая вода, вода с хорошим добавлением соли, она даже при минус 5 не замерзает. Но при минус 13 начинает уже замерзать. Хоть и не так, да, как видно вот здесь, да. Здесь в лед превратилось. Так что всего вам хорошего. Спасибо вам за то, что тем, что делитесь видео, ставите хорошие оценки и пишите мудрые комментарии. Ну и всего вам хорошего. До скорой встречи.